Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребята, не забывайте про опцию «Суперспасибо» и заказывайте треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем нашего рэп-санитара. Этого исполнителя я очень хорошо знаю, очень интересный молодой человек. А знаете, мне он очень нравится, ребятки. Мне нравятся его мысли, мне нравится вот его исполнение. Вообще, мне он нравится, этот исполнитель. Давайте послушаем, ребятки, что он нам новенького сегодня даст. Послушай, да, ребят? Ребята, ну вот начало музыки трека очень красиво, необычно так сделал. Да, так классно, интересно классно. Слушать, ребятки, вы знаете, прям вот завораживает и хочется слушать, слушать, слушать. И голос такой, чистый голос, ребятки. Немножко голос очень яркий, есть, да. Очень яркий голос, ребятки. Яркое исполнение. Угу. Видите, уже поменялся классно. Стиль, ребят, да? Он по-разному поет, ребятки. У него по-разному все получается. Вот здесь вот новая такой, фишка. Ну, да, новый. Мне нравится очень. Ты глянь, как он по-разному поет, да? Как по-разному звучит его голос. Умничка, умничка. И грамотно воспользуешься автотюном. Это не каждый умеет. Это тяжело, тяжело делать. У тебя хорошо получается. Ты грамотно все делаешь. Ничего лишнего. Все дозировано, да? Музыка классная, да? Молодец, мне очень нравится. И манера исполнения. Голос меняешь свой. Молодец. Вот сегодняшний трек, да, вот как будто новое исполнение, скажи, да. Автотюн. Он немножко голос завуалировал, да, в этот раз. Да, да, да. Интересно. Да, да, и голос менял, вот текст пел, да, и голос менял. И вот автотюн этот прям все понемножку давал, дозированно давал, да. Много лайфхаков сделал, молодец, мне очень понравилось. Музыка такая, знаешь, космическая такая, да, космическая, электронная, да. И голос также звучал электронно, так, космически, молодец. Сделал очень грамотно. Мне понравилось. Да, интересный трек. Да, интересный. Работа. Твой трек хочется смотреть и слушать. И под него прекрасно можно танцевать. По-разному, разно, понимаешь? Как хочешь. И хочется подпевать. Молодец. Очень грамотно сделал. Мне понравилось. Пожалуйста, вот видите, ребятки, новое исполнение уже, ребят, да? Новое направление, ребят, да? Меняется исполнитель, по-разному делает. Молодец, спасибо большое, мне очень понравилось. Не останавливайся, вот эта твоя фишка мне очень понравилась. Прям стильно, современно, молодежно. Молодец, делай так, не останавливайся. Направление классное. Я с удовольствием танцевала, с удовольствием послушала. Ты мне очень нравишься, молодец. Спасибо, ну реально, вот не останавливайся. Не останавливайся, продолжай делать дальше. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.